2020 году в Хакасии удалось отремонтировать порядка 46 километров дорог республиканского, межмуниципального и местного значения. В общей сложности было израсходовано больше 1 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Министерство выполняет задачу по активному участию во всех федеральных программах и национальных проектах. И, в общем-то, в 2021 году мы также должны использовать все возможности, которые появятся. Мы опять должны будем построить дорог на сумму больше, чем миллиард. Это тенденция у нас опять на рост. Я надеюсь, что мы еще больше средств по итогу привлечем, потому что для этого есть все предпосылки. Сегодня руководитель республиканского Минтранса подвел итоги прошлого года. Так, например, в 2020-м в нашем регионе впервые применили технологию укладки щебеночно-мастичного асфальта на трассе Абаканок-Довурак и в районе села Зеленое. А на полуторакилометровом пучинистом участке автодороги Усть-Абакан-Черков-Ербинская была уложена специальная сетка, которая обеспечивает более длительную эксплуатацию дорожного полотна. Мы в этом году за счет экономии федеральных средств приобрели лабораторию, она уже у нас здесь, все, люди на обучении. И вот она, эта лаборатория позволит нам делать нормальную диагностику асфальта. И это, во-первых, проверка качества выполняемых работ подрядными организациями. И, соответственно, выявление дефектов, которые преждевременных, где уже необходимо куда вкладывать средства. В этом году Хакасию ожидают не менее масштабные дорожные работы, на которые планируется потратить больше 1 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Оскар Артамонов, Антон Михайлов, РТС.